Чего-то здесь закрыто. Блин, музыка, ты опять громко очень. Уэйтс, тут проход заблокирован. Открыть как-то можно? Уэйтс? Ах, ублюдки, кровожадные ублюдки, не смейте их трогать! А ну, валите! Несерьезно, ну что это такое? Кстати, о точках сейва, да. Я ее вижу. Она там. Я и здесь. Я хочу. Вот это. Вот сюда. Пустите меня, я там просто сохранюсь и все. Блин, а фак. Ну ладно. Эта дверь открыта? Да. А, да, я отсюда пришел, конечно, что бы и не быть-то открытым. А это? Закрыто. Ну да, по-моему, они того предателя грохнули. Неинтересно, я думал, ну хотя бы чужой ему лицо обгрызет. Так, как мне... Как мне туда попасть? А, то есть я и вернуться теперь не могу, офигенно классно. Чё за хрен? Чернила медузы? Чего? Татуировочный салон, что ли? Тут закрыто, тут закрыто. Где-то вентиляция, наверное, должна быть. А, или может вот это открыто? Лапша? Я бы сейчас не отказался от хорошего рамена. Доширак, кстати, отличная вещь. Почему вот у нас не продается доширак? Я когда в Москву ездил, мы обратно в поезд купили... Да иди ты нахер с этим андроидом, я тут более интересные вещи рассказываю. Короче, купили доширак с красной этикеткой. Вот такой вот. Он острый, как вообще писец. А, они отсюда по мне стреляли. Окей. Реально полезная нет, но вкусная штука. Куда мне идти? А вот зеленый доширак не очень. Он там химикалий не нажористо. Эта штука работает? Что это вообще? Не знаю. Наверное, нет. Но у нас, к сожалению, доширак не завозят почему-то. Только всякие дурацкие бигбоны и какие-то... Чё какая-то хрень? Ролтон, кстати, тоже ничего. Там химикалии тоже хорошие. И это я их ем, причем не потому, что они дешевые, а потому, что мне нравится. Ну, я их, конечно, не ем каждый день, как дебил. В общем, прикольная вещь. Ну вот хочется доширак. Хоть, блин, из Москвы заказывай посылкой. Бандеролью. Да, если еще майонезиком заправить и сосисками, то вообще нормально годно. Куда мне, блин, идти? Верхний зал. Что там может быть? Я не знаю. Может быть там. Что? Я больше вроде... Я вроде там ничего не находил. Там было все закрыто. Немножко глутамата еще никому не вредило. Наверное. Может быть, эта дверь теперь открылась? Нет, не открылась. Тогда какого хрена? У меня все закрыто напрочь. Так, что я не замечаю? Где тут дырка секретная? Куда можно позу бегущего кабана принять и запросочиться? Вот почему когда... Вот я не понимаю. Вот время у них раскрасить все эти стены было, вот у этих людей. А время найти способ разобраться с чужим нет. Вот где логика? Конечно, давай разрисуем стены и потом подставим свое лицо. Внимание! Чтобы его съели. Аполло поднял оценку угрозы до уровня Омега. Спасибо. Чё там Аполло? Кто шевелился? Понятия не имею. Кто-то шевелился. Ленин? Не знаю, где. Блин, я уже ускакал от той картины. До уровня Омега. Ах ты. Кто бы мог подумать. Ха. Интересно, это из-за Ролтонов я... Что? Где он? Где? Это из-за Ролтонов я помню, что со мной было в 3 года. Но не помню, что было вчера.
Привет, мужик. Следующий. Да блин, у меня вообще нет места ни на что. Кто-нибудь видит секретную дырку? Я не вижу секретную дырку. Я сейчас обратно иду. Зачем я иду обратно? Я не знаю. Бен! Бен, это Данила! I need help! Вообще-то, в идеальной вселенной я бы просто перепрыгнул вот здесь. Но я не могу. Да-да-да. Ага. Особенно потом спортсмены рассказывать любят, как они в медицинских целях использовали допинг. В пределах разумного, конечно. Особенно если допинг использовали россияне, а проверку проводили американцы. Ох, тогда начинается драма. Да, или наоборот. Наоборот, мне нравится гораздо больше, когда допинг использовали американцы. Например, сборная по гребле. А-а-а, проверяли их россияне. Сборная по дзюдо. Я не знаю, что я делаю. Я просто хожу взад-назад. Без какой-то цели. Я не знаю, куда можно. Это этот мужик Ленин? Ну... Нет. Так, серьезно, куда мне, блин, идти? Какого хрена? Тут сюда. Че за фигня? Ну, блин. Не-не, а этаж можно поменять? Да? Двери, которые... Не, ну там, да, там все двери, которые закрыты, они... Ну, на них написано, что для них нужно восстановить электричество, но по факту негде его восстановить, потому что ящичка нету. Вот, например, эта дверь нет. Это не та дверь. Да, вот я тоже так подумал, только я что-то не могу найти саму вентиляцию. А, нет, стоп, почему не могу найти? Собственно, дырка, из которой я пришел. Внимание. А что мне это даст? Я вернусь... Вот эта вентиляция, я вернусь куда-то, где был сейф. А зачем мне туда возвращаться? Хрен его знает. Ну, по крайней мере, я смогу сохраниться, это уже бонус. Наверное. Генератор? Сам генератор попробовать? Окей. Где там эта дырка-то? Так. Где тут? Я здесь не был. Это уже бонус. О, дырка. И куда она может вести? А, окей. Зачем бы мне... Не знаю. Хорошо, что чужого в это время нет. А вот я бы, блин, короче, поприкалывался здесь.
Ну вот, я вернулся полностью туда, откуда я пришел. Зашибись. Генита... в общем, да. Так, сейф. Я, раз уж здесь, надо мне в первую очередь сохраниться. Где он? Я на него смотрю, но не вижу. А, вот он. Ну, не совсем выкинули в космос. Он... Он в отсеке. Отсек выкинули в космос. Сам чужой в нем сидит. Когда у него кончится воздух, ему будет очень хорошо. Я надеюсь. Наш андроид. Там ничего не было. Там я робота включил. Правильно, там решетка и все такое, да. Да там не было никакого эпика, блин. Я, как всегда, делал дебильные вещи, и меня глодали лицо за это. А потом все случилось. Вот. Это как... Звучало как очень неудачное свидание ботана. Почему-то. Только вот я еще не совсем придумал, при чем тут часть проголодания лица. Кафе. Что? А, где были, где рамен? Да? Странно, вообще, ну, какую вентиляцию имеется? Не знаю, ну ладно. Может, мне надо медленнее бегать, чтобы можно было рассмотреть всякие дела? Так, эта дверь работает. А, не, лампы даже горят, которые работают, когда нет. Ну, процедура отделения от станции завершена. Спасибо за ожидание. Я не смотрел ДМБ, поэтому, если имеется в виду фильм. Я тоже заблудился в хлам. Какая неожиданность. Кто бы мог подумать. Главное, жалко, монтаж нельзя включить. Ну и ладно. Странно, вот у этой двери почему-то лампы не работают, а у этой работают. Но сама дверь не работает, а та работает, как так? Не, мне явно вот куда-то сюда. Не, ходить очень долго. Тем более чужого нету, блин, как вообще пофиг. Ну, по крайней мере, пока. Что там? Ну да, вот, они пишут восстановить подачу энергии. Но по факту это не факт, что получится. Я не знаю, где я. Я на станции вернулся, после того, как с чужого замочил. Почему я не взял эту карту, я не знаю. Это категорически ничего нет. Да, ручка восстановили энергию, это, конечно, все прикольно и весело, но как бы... Так ее здесь нет. Ну или я ее не вижу. Что тоже не исключается. В жилой башне Соломон вы найдете все, чтобы почувствовать себя как дома. К вашим услугам галерея с
Блин, люк обычно зелеными лампочками обозначен. Чё-то я не вижу нигде. Там вот, да, есть какие-то зеленые двери, которые как бы... Как бы намекают на то, что «Войди в меня», говорят. «Войди в меня полностью». Это не кафе? А что же это тогда? Окей. Кафе... Ну, там, где завал, что ли, имеется в виду? Это? Нет? Стоп, вот эту дверь я тыркал где? Мне бы очень помогло, если бы они двери более сделали очевидными. Я имею в виду те, которые можно открыть, а которые нет. Сволочи. Так, ну где я территориально нахожусь? Отель Барак. Обама. Патроны в дробовиках. Всегда приятно. Мы понимаем, что создаем машины, а не люди. В целях безопасности каждый рабочий андроид компании Sixon перед активацией подвергается тысячам различных проверок. Я понимаю, Sixon, вместе светлому будущему вылезла из хоста. Но пора бы взять себя в руки. Вчера в лагере в торговом центре ты набрал... Прям как японские эти ячейки общества. Наговорил много лишнего. Ты знаешь, как они на тебя смотрели? Я тебя утащил, и больше нам там появляться нельзя. Никто не должен знать, что мы с Анисидорой. Вернусь, когда проспишься. Ну, я не знаю. Я предпочитаю не бродить по полчаса. Ну, 10 минуточек хватило бы. О, привет, мужик. Пока, мужик. Надо посмотреть. Где я, опять же? Ну, примерно в правильном направлении двигаюсь. Что, не может не радовать? Не надо. Надо мне рассказывать про технику безопасности. Блин, надо что-то Мужик, я тебе сказал, не надо про технику безопасности. Носи каску, как тебе это, блин, насчет безопасности? Возможно, это помогло против моего, блин, ключа судьбы. А может быть и нет. Что хотел? Я хотел что-то скрафтить. Блин, на молотого не хватает. Печаль. Дымовые шашки даже некуда, блин, использовать. А это моя любимая причиндалина. Верните чужого обратно. Так, мне нужны... Что это вообще? Клей. Мне нужен клей. Пускай будет генератор. Патроны для дробовика. Ошибись. Так. Куда я могу отсюда попасть? Чё-то как-то... Никуда. Может быть, раз, если эта дверь работает. Почему-то вряд ли. Окей, у них будет каска. Ну ладно. Значит, не фартануло. Ну, в общем-то, главное, чтобы, чтобы когда у них будет каска, у меня был все это время шокер. Ибо нефиг. Так. Есть кто живой? Никого. Прекрасно.
тут, наверное... надо же, я могу здесь пройти. Обычно я в таких ситуациях не могу пройти. Хочу ли я идти вот туда? Или я наоборот... привет, киборг, ты сейчас станешь, я знаю. Теперь уже не станешь. Скотина. И ярость топора, она деликатная вещь. Ее нельзя... Ею нельзя распыляться. Ее нужно копить. Что я хотел сказать? Шокинг, наверное. Что-нибудь полезное это в этих компьютерах будет когда-нибудь? Я все еще верю, что Уэйд сможет прикончить эту тварь. Они забыли о других опасностях. Кафешка. Где тут у вас, бишь... Короче, Ролтон сюда, быстро. Решительно. Иисус, что ты здесь делаешь? Да, но, блин, несмотря на общую нескриптовость игры, скажем так, эти андроиды подозрительно одинаково лежат все время, блин. Поэтому опознать его уже теперь достаточно просто. Странно, что ключом его нельзя ушатать. Ну или я просто не попадаю, не знаю, whatever. Так, я не вполне уверен, что мне сюда надо было залезать. Потому что это уже вторая вентиляция, которую я видел. Окей, ну, по крайней мере, я попал туда, где я еще не был. В этом есть, видимо, свой плюс. Почему все эти окна непрозрачные? Что за фигня? Я хочу посмотреть, что там за дверью. Прежде чем туда ломиться. Окей, я понял. Значит, у меня все-таки вентиляция. Прекрасно. Кольцевая, догадался, Штирлиц. Всегда приятно, когда путь только один. И он очевиден. А не так, что... Ищи, не пойми что, иди никуда... Фак, я зафакапил полностью поговорку эту. Ну ладно. Ну или это даже не поговорка, неважно. Кто там пискнул? Кто-то рядом тусуется, наверняка андроид. Этот. А, я вернулся в офис. Прекрасно. А можно вот это надеть на себя? И ходить в нем. Тогда мне вообще будет пофиг на андроидов. Это Рэнсом. Пенсия? Я думаю, ты не дожил до пенсии. А ведь ему осталось всего 2 дня. Ситуация жуткая. Понимаю, почему вы хотите разобраться с ней как можно быстрее и тише. Но я бы не советовал вам принимать поспешных решений. Давайте лучше поймаем существо живьем. Если обтяпаем это дело грамотно, можем озолотиться. У меня есть связи, Уэйтс, я все устрою. В конце концов, вы уже не молоды. Что вы будете делать, когда Севастополь закроют? В общем, подумайте. Мой номер у вас есть. Уэйтс, почему эти придурки все время пытаются чужого поймать? Неужели непонятно, что это всегда плохо кончится? Я не знаю, как это назвать. С каким-то неизвестным паразитом. Я вбила имя в базу. Эта женщина... Что мне там надо было? Клей. Судя по всему, на станции она недавно. Вы об этом что-то знаете? Я не понимаю, чем занимаются люди Симплера. И как такое могло произойти в условиях карантина? Кто знает, что еще они к нам пропустили? Пациентка ждет меня смотровой. Здесь был огнемет, ну да. С ней человек, который ее привез. Немедленно приходите. Клей. Нам нужен клей. А, этот убежал куда-то, Марлоу. И его схавали, наверное. Да, они, очевидно, не смотрели ни одного кино про чужого, блин, по-любому. Так, короче, мне серьезно здесь ничего не надо. Мне надо сохраниться и валить отсюда. Кирини, фини. Чё я тут пытаюсь? Серьезно здесь был уже. Это не ты, Марлоу? Не, не похож. Кто-то другой. Так... Ой-ой. То есть мне можно просто выйти.
не вопрос. А, там еще... Обычно в фильмах всегда остается живым не негр. А тут почему-то вот так получилось. Как он выжил? Вот узнай. Так, ловушка, бла-бла-бла. Все неинтересно. Как всегда, ничего интересного. Так, главное, не случайно не выстрелить ему в лицо, блин. Вот это плохо закончится. Причем, почему-то для меня. Не понимаю, как так получается. Рипли, они погибли. Все. Да, андроиды всех перебили. А, это этот? Не понимаю. Как его? Почему? Я не знаю. А вот Сэмюэлс может знать. При чем тут Сэмюэлс? Удивительно, я запомнил его имя. Почему бы это? Надо его найти. Ты видел Тейлор или Марлоу? Нет, нет. Кстати, а что с этой бабой случилось, которая раненая была? Так, думаю, все ясно. Рикардо. Нет, это не Рикардо. Рикардо, нет, я пойду за Сэмюэлсом. Ты тут разберешься? Это Сэмюэлс. Мне нужны глаза и уши. Или... Я не знаю, кто это. Я тут не останусь. Мне нужна твоя помощь. Ты можешь сесть за пульт и провести меня? Что он делает рукой своей? Да. А, это все-таки да, Рикардо. Я значит, смогу. Запри двери. Никуда не выходи и никого не впускай. Прикрывай меня. Я за тобой вернусь. Так, где-то тут лежал заначка большая. Это Нолл и Шприц. Этанол. Куда еще можно потратить этанол? Что-то некуда как-то. Мне не хватает клея. А, она сдохла, да? Я что-то как-то пропустил момент. Блин, что мне сделать? А, фак! Но, очевидно, она умерла. Куда мне идти? А. На транзите на медбашню. Мы там были уже, по-моему. Да? Откуда я вышел? Отсюда. Тогда для того, чтобы... Вот так можно сделать. Что там еще? Да, шприц. Whatever, давайте сделаем так. Что из них шприц? Вот это шприц. Раз уж у нас есть возможность воткнуть и не закончить крафт. Что довольно забавно с точки зрения экономии места. Прям скажем. Тут кто-то шевелится. Кто бы это был? А? Ну здорово. Здесь не так твое лицо. И мне... О, отлично. Кстати, это был клей. А зачем мне нужен был клей? Понятия не имею. Ну ладно. Стоп. А! Мы вышли сюда. Шотган я нашел на трупе, когда вернулся с разборки с чужим. Просто в чистом поле он валялся. Так, а почему здесь все закрыто? Как мне попасть туда по-быстрому, в эту хрень? Так, видимо. Жик. Ну там же все закрыто было. Мне опять в обход бежать. А-а-а. Ну, получается так, да. Печаль. Вот если бы вот эту дверь открыть. Окей. А, она всегда была открыта. Ну да. Я имею в виду вот эту дверь, если пооткрыть. Вот. О, супер, молодцы. Что-то все правильно сделали. Пойдемте со мной. Нет. Чпок. У меня кончается шокер. Осталось два заряда. Печаль. Блин, у меня сразу вылетает из головы направление, в котором надо двигаться, блин.
Задолбал уже карту включать. Каждый раз. Ну, кстати, да, здесь же все еще лежит чертеж. У меня все еще УВД хренового уровня. Печаль. Надо посмотреть, в чем дело. Упс. Упс. Сюда не летит. Опа. Серьезно? Не надо застревать. Но в выживании там как бы дело такое, там специальный режим все-таки. Так что в этом логика своя есть определенно. Окей, сейф, ты пищишь, я знаю. Мучительно медленно — это не то слово. Хорошо, что андроиды двигаются еще более мучительно медленно, чем я перезаряжаю свой херенный револьвер. Надо было, наверное, сначала вызвать трамвай, а потом сохраниться. Его долго ждать. А там еще внутри, небось, будет какой-нибудь урод сидеть. Да вообще удивительно. Кстати, была бы... да, это была бы прикольная... функция, фича, скажем так. Если рядом ошивается чужой, то когда она достает револьвер для того, чтобы его перезарядить, у нее трясутся руки, она некоторые патроны выкидывает, ну, роняет, типа, на пол и теряет нахер полностью. Вот это была бы тема, бля. И типа серии, и только в такой бывало бы на уровне сложности харты выше, если бы была сложность выше. Вы можете передать нам отзывы и предложения. Вагон следует до научно-медицинской башни. Мне дают какие-то ачивы, которые... Что? Зачем? Я не знаю. Ачивы на Стиме такая бесполезная вещь, блин. Даже очков за них не дают. Какого хрена? Как в Варкрафте, например, там по 10, 20, 30, 40, 50 и так далее. Спасибо. Да? Выход к госпиталю Сан-Кристобаль и центр... Как вы себе представляете сон на этой станции? С учетом андроидов, людишек и чужих. В шкафчике вот так вот. Рипли, мне это не по силам. Без паники. Ты мне нужен. Остаешься за главного. За главного? То есть я тут... Типа главный среди трупов? Нет уж нахрен. Соберись. Если Сэмюэльс урезонит Аполло... Андроиды придут в норму, и все закончится, понимаешь? Ну, туалет добавить несложно. Да. Было бы прикольно, если бы Рипли видела... Допустим, неожиданно видела чужого и попукивала, а он бы заметил и съел ее. Не побрезговал даже. Что это здесь такое важное, я что-то не понял. Вот эта дверь важная? Окей. Приносим глубочайшие извинения за перебои в работе транзита. Да. Действительно, вот перебои в работе транзита, блин, это, конечно, самое... То, что больше всего меня волнует. Что-то здесь подозрительно тихо. Никому не кажется. Куда я иду? Туда, куда надо. Прекрасно. Окей. Кстати, тут довольно много где валяются тупо батончики для Сникерс. Ну, шоколадные. А... Жалко, что Рипли хавать их не надо периодически для там, я не знаю.
Для успокоения нервов, для тупо того, чтобы стамину восстановить. Или что-нибудь такое. Холодно? Не знаю. У меня нормально. Или... Я не знаю. Видимо, я уже потерял нить чата местами. Рипли, в лабораториях андроидов сработала сигнализация. Лифты заблокированы. У меня такое ощущение, что андроиды Сиксон совсем не рады встрече с моделью Вейланд Ютани. И как мне подняться? Влезь через вентиляцию в шахту лифта, а оттуда в сервисный центр для андроидов. По-моему, этот номер бикини-бикини был не очень интересный, мне кажется. Так, я видел какой-то код. 8382. Гениально. Хорошо, что я не в Казани. Я не хочу снег. Я вообще ненавижу снег. Снег Рефорд. Да, я говорю, настолько давно первую часть смотрел, что ни черта не помню, блин, уже. Так что там, 8382? Какая прелесть. Окей. И чё? А это что-нибудь еще интересное здесь есть? Ну, дверь же открыта. Мне кажется, ли я здесь был уже? По-моему, я здесь был, определенно. Да. 100 пудов я здесь был. Я еще тут двух парней не убил. Ну, такие парни, девчонки. А на какой хрен я открыл вентиляцию, чтобы вот сюда попасть? Гениально. Зачем? Она может сообщаться? Где это? Хрен знает. А, по шахте верду... Что? Окей, тело. Раз по шахте, тогда пойдем сюда. Видимо, это другая шахта. Ну, я так думаю, что мне вот сюда, в эту вентиляцию. Что-то мне вот эта лестница как-то не очень кажется надежной. А, или нет. Что-то я резко, неожиданно попал в звезду смерти. Кто бы мог подумать. Примерно как... Ну, ладно. Неважно. Тут все трясется, потому что лифт собирается рухнуть. Да! Еще подольше повиси, поразглядывай всякую хрень. Залезай обратно. Конечно, он взорвался. Почему бы лифту не взорваться? Вертолеты же взрываются. И чё? А? Нахрена мне столько батареек от фонарика? Что-то я пока не вижу, чтобы было сильно темно. Ну ладно, здесь немножко есть. Но не так, чтобы. А ты не хочешь открыть? Спасибо. Главное, вот тут часто встречаются вот эти андроиды, разорванные напополам. А кто это сделал? Ой, мужик, слушай, я тут разговариваю вообще-то, отвали. Ну, типа, чужой их игнорирует так, но...
как бы подразумеваешь, что это он, наверное, сделал. Странно. Ну ладно. Рикардо, я на месте. Сюда андроиды приходят умирать. Да, ну. Кладбище андроидов? Что за хрень? Окей. Это он умер? Надеюсь, что да. Этот мертвый. А ты жевать не собираешься? Нет. Ну и прекрасно. Молодец. Я даже боюсь предположить, кого он изображает. Неужели Ленин в разливе? А их тут много? Слушай, они же живут все, это сволочи. По крайней мере, вот те, которые стоят, мне кажется, точно живут. А че они здесь? Тут их целыми кучами навалили, блин. Зачем они приходят сюда умирать? Я что-то пропустил, видимо, где-то. Ну ладно. И че я включил? Пойдем по проводам. Окей. Зато сегодня столы непрозрачные, это уже радует. Как в прошлый раз. Хотя прозрачные столы, в этом была своя доля полезности. Угроза. Ой, иди ты нахер, мужик. Слышь, у тебя глаза какие? Твою мать! Уходи. Я тебе... Ты мне не нравишься. Вылез тут один такой. Тоже мне. Это просто шкаф, чтобы прятаться. От чужого. Потому что я тут уже был в этой лаборатории когда-то. Так, я все включил, что надо. Не знаю. Что мне надо сделать? А. Окей. Ла-ла-ла. Патроны для дробовика, отлично. Где этот Сэмюэлс, блин? Вообще-то, скорее всего, не выживет. Так и так. В общем. Так. Ну, это как бы нычка, но только не такая. В которой есть ништяки. Я не понял. А, что? Сэмюэль сидит в шкафу? Сэмюэль, ты там? Нет. Тогда какого хрена? Я думал, тут будет проход, а его тут нет. Обидно. Это просто за...